надо же было так издеваться над произведением искусства. Все в грибке, рама в караерах. В подвале они ее хранили, что ли? Да. К сожалению, такое часто бывает. Когда хозяева думают, что картина не представляет никакой ценности, они не заботятся. А потом спохватываются в последний момент и бегом к реставратору. Сейчас, Саня. Алло? Да, это я. Да? А кто организовывает? Ой, нет, вряд ли мне интересно, но спасибо за приглашение. Да? А. Ну, вот это меняет дело. Во сколько вы сказали? Хорошо будет, спасибо. Что за мероприятие? Почему ты не хотела идти? А, я и сейчас не хочу идти, но придется. Одна известная галеристка Вера Маякина. Знаешь такую? Нет, а... Между нами ее называют кладбищенская крыса. О! Да подожди. Знаешь почему? Почему? Потому что она все время копается в забытых наследствах и судебных спорах. И реально всегда выискивает какую-нибудь себе выгоду. Может, например, бездарную картину продать за миллион и шедевр купить за копейки. Вижу, любишь ты ее. Ну и зачем тогда ты согласилась идти? Там будет одна картина. Очень редкая. И, возможно, ей потребуется реставрация. А упускать такой шанс нельзя. Приглашение, и вот решил сходить. Мне с вами будет намного комфортнее. Ой, Эрнель Михайлович, я так рада вас видеть. Давно, давно мы с вами не виделись. Вера Алексеевна, моя дорогая. Добрый вечер. Добрый вечер. Александра, а для вас у меня будет... Простите. Ну что с ней? Надо же в лице изменилось. Я так понимаю, незваный гость. Кто это? Журналист довольно известный, Антон Садовников. Мастер жареных новостей. Неспроста он тут, неспроста. Видимо, вынюхивает информацию для своей новой статьи. Прошу минуточку внимания. Друзья, я так рада, что вы все сегодня здесь у меня в гостях. Спасибо, что пришли. И я хотела бы представить вам... удивительную, потрясающую по технике и настроению картину. Прошу вас. Итак, пейзаж Альфреда Сеслея, вокзал Дорсе. Прошу вас. Спасибо. Что вы думаете о картине? Предварительные оценки прекрасной поздней Сеслей. Такая светлая и прозрачная работа. Только вот мне кажется... Что? А что вы хотите? Картина почти 100 лет провисела в Венецианском палаццо, где все фрески и зеркала погибли от сырости. Сеслей висел на 2-м этаже, там немножко по суше, но все равно очень пострадал. Это просто чудо, что его спасли. Да. Скажите, а вы знакомы? О, нет. О, простите, простите. Игорь Борисович Беляковский, коллекционер, большой ценитель живописи, мой большой друг, постоянный клиент и просто, просто замечательный человек. Да. Александра Корзухина, реставратор высочайшего уровня. А я ведь рассказывала вам о ней. Да, конечно.
очень приятно. Очень, да. Так вот, Игорь Борисович покупает Сеслея. Правда? Ну, вот это прекрасное приобретение. А не хотите ли заняться реставрацией? Я оставлю вас на 2 минутки. Для меня это большая честь. Извините, журналист Антон Садовников. Извините. Да, Игорь Борисович, я услышал, что вы собираетесь приобрести пейзаж Сеслея или Сеслея, как Сеслея. Правильно? Сеслея. Что вы думаете о этой картине? Я... Извините. Так ты работаешь с суфлером? Нет, это я тебя предупреждал. Жду твоего решения. Как вам пейзаж, дорогая? Удивительный пейзаж, как и художник. Да. И такой трагический уход. Да. Но, к сожалению, многие гении заканчивали свою жизнь нищетой и страданиях. Что же о прошлом-то говорить, а вон современные художники. Оказываются в полной нищете, заброшены своими близкими, спиваются, да и уходят в мир иной. Дорогая, простите, пожалуйста, простите меня, я что-то... Пойду я к гостям, а то разрываюсь. Александра. Павел Гаев, коллекционер. Я много слышал о вас, говорят, вы сейчас одна из лучших мастеров. Преувеличиваю. Не скромничайте. Я хотел бы предложить вам сотрудничество. У меня для вас есть работа. Давайте созвонимся после выставки. Буду рад пообщаться с вами. Нет, вы знаете, я вас обманула. У меня, наверное, не будет времени. Мне предложили реставрировать картину, представленную сегодня. Не вздумайте браться за Сеслея. Это очень опасно. Почему? Послушайте моего совета. Простите, я должен сделать срочный звонок. А... Как ваши впечатления? Маякина не упустила возможность напомнить мне о гибели Ивана. Ну, не обращайте на нее внимания. Она сложный человек. Что-то я плохо себя чувствую. Пойду-ка я выйду. Хотите, я вас провожу? Нет, не надо, спасибо. Павел! Антон Садовников, что вы можете рассказать о сегодняшнем вернисаже? Здесь представлены достойные экспонаты. Думаю, многие коллекционеры смогли бы пополнить свои собрания чем-то интересным. Ну, а конкретно о Сеслее, вы знали эту картину раньше? Что вы о ней скажете? Павел, так все-таки, что вы можете рассказать о картине? Уже уходите? Да нет, решил проветриться. А что это с вами? Могу я чем-то помочь? Нет. Это личное. Ну, если вас кто-то обидел, я готов вызвать его на дуэль.
Будете драться с женщиной? Нет, нет, женщина – это святое. Хотя эти ангелы во плоти могут ударить похлеще мужского кулака в самое сердце. Вот-вот. Проходите внутрь, вы совсем замерзли. А вы? А я догоню вас. Проходите, выпьем шампанского, это поднимет нам настроение. Александра, прошу вас. Спасибо. За наше счастливое знакомство и за его чудесное продолжение. Вы когда готовы приступить к работе? Ну, я готова хоть сейчас. Надо просто перевести ко мне картину. Да. А главное, чтобы Игорь Борисович как можно быстрее перевел деньги. Ну, за этим дело не станет, Вера Алексеевна. Вы ж меня знаете. Знаю. А как только мы уладим все формальности, я вам дам знать. Договорились. Вера Алексеевна. Да-да-да, я вас тоже искала. Пойдемте. Вы чем-то расстроены? С чего вы взяли? Я вижу. Да нет, просто устал. Ой, подождите, извините. Что-то случилось? Нет, все в порядке. Просто душно здесь. Я выйду на 2 минуты, ладно? Я скоро вернусь. Я сейчас, я быстро. Что у тебя, Игорь? Взрывное устройство. Скорее всего, было установлено под днищем автомобиля. Ясно. Стандартная схема. Простите. И долго нас еще будут держать здесь? Вы спешите? Но я не планировал провести здесь всю ночь. Ну, понятно. Жизнь иногда бывает богаче наших планов. Ну, если хотите, вопросы буду задавать я. Вы были знакомы с погибшим? С погибшим? С погибшим. Нет. И поэтому не вижу особого смысла здесь находиться. Понятно. Вера Алексеевна, можно на полный список гостей? Знаете, моя галерея очень известна в светских кругах, и ко мне могут прийти люди без приглашения. Поэтому, знаете, я пары и не знаю своих гостей. Ясно, ясно, ясно. Ну, а с погибшим вы были знакомы? Я видела его первый раз. Ясно. Вы были знакомы с погибшим? Нет. Все, смотри. Мы только сегодня познакомились. А его поведение не показалось вам странным? Показалось. Мне показалось, что он был чем-то обеспокоен. А еще, мне кажется, он ругался с Беляковским. Так, Андрей Васильевич, контакты гостей переписал, что дальше делать? Опроси охрану и видео с камер забери. Ага, понял. Ну ладно, а с вами нам придется очень скоро увидеться вновь. А вас подвезти? Нет, спасибо. Александра Николаевна Корзухина? Да.
установок сигнализации. Какой сигнализации? Я ничего такого не заказывала. Ну-ка, что там? Заказчик Игорь Борисович Беляковский. Знаете такого? А, да. Ну вот. Подождите. А почему мне никто не позвонил, не предупредил? Так звонили, телефон не отвечает. Вот и решили сразу на адрес ехать. Он у меня глючит. Здравия желаю, товарищ капитан. Леня, я тебя умоляю, не ори. Чего у нас докладывать? Так, я все выяснил по поводу погибшего Гаева. Значит, Гаев Павел Антонович, 63-го года рождения, недавно освободился из заключения, сидел 7 лет за наркотики и убийство. Лень, что ты орешь? Что ты сидишь над моей душой? Иди вон, сядь на свое место. Видео с камеры посмотрел? Товарищ капитан, там этого видео на 20 сезонов сериала хватит. И что, на все смотреть, да? Да, все. Развлекайся. Работа. Андрей Васильевич, вам кофе сварить? Сварить, Виктория. Угу. Чего стоим? Первый сезон ждет тебя. У тебя открыто. Здравствуйте. Здравствуйте. Муж на час? Интересно. Саша! А, привет. Даже два? Шикуешь. Да мы сигнализацию устанавливаем. Боишься, что тебя украдут? Вчера такое было. Знаю я. Эрдель сам не свой. Отпаивал его валерьянкой весь вечер. Хорош вернисаж. Человека взорвали. Да. Ты знаешь, Эрдель вел себя вчера очень странно. Мне показалось, что он знал этого Гаева и никому ничего не сказал. Да потому что это ничего не изменило бы. 20 лет назад Гаев увел у Эрдели любимую женщину. Да ты что? Эрдель ведь никогда не был женат. А ее встретил, влюбился. 3 года за ней ухаживал, жениться хотел. Угу. А тут этот хлыщ на лету подметки срезал. И что, она вышла замуж за Гаева? Если бы. Он ее бросил. Свинтил, как только узнал, что София больна. Ну, а Эрдель почему ее не вернул? Не простил? Да себя он не простил, а не ее. Умерла София. Сгорела, как спичка. Эмфизема легких. А Эрдель теперь винит себя в ее смерти, если бы не отпустил, если бы вмешался. Как же я его понимаю? И что, он больше никогда не женился? Нет. Хранил ей верность. До недавнего времени. Подожди, а Илья? А Илья, он ему внучатый племянник, троюродный, кажется. Вот, казалось бы, 7-я вода на киселе. Но Эрдель все равно считает Илью самым родным человеком. Готово. О. Я не понимаю, что могло связывать уголовника Гаева с коллекционером Беляковским? Ты видео с камер наблюдения с галереи в день взрыва изучил? Да. Никто к машине Гаева не подходил. Только он сам. Ну не сам же он себя взорвал. Это факт. Андрей Васильевич, вы обедать пойдете? Не пойду. Надо вызывать Беляковского. Вы кредитные карты принимаете? Ну, мы же не банкомат. Александра Николаевна, о, добрый день. Игорь Борисович, здравствуйте. А вот тут как раз сигнализация. Ой, простите, я забыл вас предупредить. Но, как понимаете, это необходимые меры
предосторожности. Мила. Спасибо за работу. Тут много. Вы это, если что, в общем, гарантия там, на кухне. Хорошо, хорошо, мы разберемся. Спасибо. Захлопните-то. Угу. Ну, проходите. Я принес вам аванс и картину. Как здорово. Сюда. Еще один мужчина? Мадам, так можно разрыв сердца получить. Как вы, однако, погуляли. Познакомьтесь, это моя соседка и подруга Альбина. Игорь Борисович Беляковский. Альбина Витальевна. Очень приятно. Ну-с, куда мы поместим наш шедевр? На мольберт. Сразу на мольберт. Изумительно. Ну, что вы хотите, позднее, Сеслей. Ох, извините. А, да? Какой Грихов? А, да-да-да-да, понимаю. Да, мог бы. Прямо сейчас? Ну, могу, а почему такая срочность? Ну, хорошо, я буду. Ох, извините, я должен срочно отъехать. Вот, пожалуйста. Спасибо. Ну, о всех деталях реставрации мы обговорим после. Да, да, конечно. До свидания. До свидания. До свидания. Может, Беляковскому и повезло с Сеслеем? А вот Сеслея с Беляковским не особо. Ну, не понравился мне. Скажите, пожалуйста, Игорь Борисович, а какие отношения у вас были с Павлом Гаевым? Да мы с ним не общались уже лет 8. Но ведь когда-то Гаев был вашим партнером по бизнесу, верно? Да, когда-то был. Потом он занялся наркобизнесом, ну, а я в этих делах пас. Очевидцы утверждают, что между вами и Гаевым на выставке был очень напряженный разговор, что он угрожал вам и... Скажите тоже, угрожал. Не надо преувеличивать. Просто Павел требовал у меня денег, но я ему отказал. Вы же понимаете, любая связь с криминалом – это пятно на моей репутации. Я просто не хотел иметь с ним никаких дел. Никак не могу налюбоваться. Да, потрясающий пейзаж. Угу. Повезло владельцу. Да уж, такие картины редко бывают на рынке. Интересно, сколько она может стоить? Трудно себе даже представить. Но поверь, Маякина 100% не прогадала с ценой. В смысле? Мир коллекционеров очень мутный. Мне никак не выходит из головы разговор Гаева с Беляковским. Как будто это как-то связано со смертью Гаева. Мисс Марпл, вы еще не устаете от собственных расследований? Саша, ну серьезно, расслабься. Получай удовольствие от работы с шедевром. А каких денег требовал Павел Гаев? Вы должны были ему? Да ничего ему не должен. Просто человек вышел из тюрьмы, старых связей нет, работы нет. Ну, на что жить? Может, он дело хотел какое-то новое открыть? А я что, ему дойная корова, что ли? То есть он начал мешать вам жить, и вы решили убить его? Только за то, что он требовал у меня денег. Ну, это же глупость, ну. Мне кажется, тут дело в другом. А, вероятно, возвращение Гаева каким-то образом связано с вашим прежним совместным бизнесом. Я угадал, Игорь Борисович? Он напомнил вам о вашем прежнем долге, начал шантажировать и... Я понимаю, вы хотите побыстрее закрыть дело. Вы бы лучше покопались в криминальном прошлом Гаева. Они обвиняли порядочных людей. Что нам лучше, я сам разберусь. Спасибо. Я просто хотел вам помочь. Ну, я вижу, вы в этом не нуждаетесь. В следующий раз, если я вам понадоблюсь, присылайте повестку. До свидания.
До меня с этой картиной кто-то поработал. Видишь? Так. А, вот. Вот. Левый верхний угол. Очищен и восстановлен. Мне надо поговорить с этим реставратором. Зачем? Что-то меня тревожит. Что именно, не могу понять, но что-то не так. Сомневаешься в ее подлинности? Да я все проверила. И красочный слой, и лак. Все нормально. Это конец 19 века, но... Но все-таки ты не уверена, что это Сислей. Сейчас. Вот. Тут. Ах. Писаро говорил, что Сислей каждый раз пишет по-новому. Что правда, это усложняет дело. Кстати, именно это качество Сислея Писаро считал основополагающим в... Импрессионизме. Молодец. Кстати, дед был тоже восхищен этим пейзажем, правда, его впечатление омрачил этот жуткий взрыв. А что ты знаешь по поводу той женщины, которая так сильно любила Эрдель? Ну, только то, что она умерла, и дед потом 20 лет носил по ней траву, запрещал себе любые чувства. Он, конечно, неисправимый романтик. Ты считаешь, что... Глупо любить человека, которого уже нет. Я считаю, что нужно жить дальше. На счету совместной фирмы Гаева и Беляковского была приличная сумма денег. Ну и после того, как... Гаева посадили, Беляковский закрыл фирму. А деньги присвоил себе? Ну, похоже на то. Вот теперь понятно, какие деньги Гаев требовал у Беляковского. За это Беляковский грохнул его. Но он же не идиот. Устраивает взрыв среди бела дня. Может, это специально, чтобы мы так думали. А доказательства? Ты же сам сказал, на записях с камерой наблюдения Беляковского нет. Да, кстати, вот что еще. Беляковский проходил свидетелем по тому убийству, в котором обвинили Гаева. Нам он об этом ничего не сказал. Андрей Сергеевич, ну, конечно, бы я вам уступила, но наследники стоят на своем, понимаете? Ну, мне что, из своего кармана доплачивать? Ну, послушайте, этому портрету, поверьте мне, нет цены. Вам потомки скажут огромное спасибо. Конечно, конечно. Да, подъезжайте, я буду вас ждать. Да, да, конечно, буду ждать, спасибо. Да, счастливо. Всего доброго. Здравствуйте. Ой, да. Лера Алексеевна. Здрасте. Я к вам, мне надо поговорить. А, ну, пройдемте ко мне в кабинет. Да, вот здесь хорошо, и по цене только со мной, чтобы говорили. Хорошо, Вера Алексеевна. Скажите, пожалуйста, а кто занимался реставрацией Сислея до меня? Простите, а какое это имеет значение? Человек отказался закончить свою работу, и мы с ним больше не общались? Да, я просто хотела бы с ним поговорить. Интересно, о чем? Ну, некоторые профессиональные тонкости. Понятно. Вы знаете, я боюсь, что я не смогу вам ничем помочь. У меня потеряны все его координаты. А потом, моя дорогая, вы же профи, и зачем вам брать консультации по умению умелых мастеров? М? Может быть, у вас все-таки осталось его имя и фамилия? Я бы рада помочь, но я правда не помню. Простите, дорогая, это очень важный звонок. Алло, Максим Юрьевич, добрый день. Александр, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы уже начали работу над картиной? И как продвигается работа? В каком она состоянии? А почему бы вам не поговорить с владельцем картины? Я договорился с Беляковским об интервью, но он почему-то перестал отвечать на звонки.
А вы будьте понастойчивее. Вам же не привыкать. Ну да. А скажите, а вы работаете суфлером? Каким суфлером? Извините, я, наверное, что-то перепутал. Ничего, до свидания. До свидания. Привет, это я. Слушай, помнишь, я давала тебе альбомы по французской живописи? Вот, принеси мне их, пожалуйста. Да, срочно. Спасибо. Париж, Сена. А вот здесь? Лодки и дома. А за ними? Ну, тоже берег Сены, лодки и дома. А еще? Ну, я не знаю, недостроенное здание. Вот. Правильно. Здание. Это же что за здание? Это вокзал Урсе, который был достроен в, понятно, 1900 году. То есть... Чисто теоретически Сесле мог написать его в 1898 году, но! Какое время года ты видишь на этой картине? Осень. Осень, конечно. А осенью 98 года Сесле уже лежал с ревматизмом в Море-сюр-Люэн. А через 2 года он умер от этого же ревматизма и рака горла. То есть... Он никак не мог написать «Осенний Париж» в 1898 году. То есть ты хочешь сказать, что картина подделка? Подожди, ну ты же сама говорила, красочный слой, лак, все в порядке. Говорила. А ты не хочешь рассказать об этом владельцу картины? Я хочу сначала поговорить с реставратором, который работал над ней до меня. Журналист мне что-то говорил про суфлера. Суфлер, суфлер. А может быть, это прозвище реставратора? Ну, не исключено. Значит, убитый Гаевым Марк Вершин был химиком. Работал в научно-исследовательском институте. По версии следствия, именно он изготавливал наркотики. Ну, а Гаев реализовывал их. Но! Канал сбыта установлен не был. И явных связей Гаева с наркобизнесом не обнаружено. Новички, не сумевшие сбыть первую партию? Очень странно.
Добрый вечер, Александра Николаевна. Рад вас видеть. Взаимно. А я вот к Юлии Алексеевне. Она, к сожалению, ненадолго отъехала. Ой. Только что. Да. Но скоро будет. Скоро будет. Будете ждать? Можно? Да, конечно, конечно. Спасибо. Проходите. Спасибо. Яков Андреевич, добрый вечер. Рад вас видеть. Я по поводу натюрморта. Да, конечно. Документы в полном порядке, уже готовы. Ждем, как говорится, только вас. Проходите, проходите. Владельцу картины. Я хочу разузнать побольше, ваша очередь. Я не уверена. Но мне кажется, что суфлер – это кличка предыдущего реставратора, который работал до меня над этой картиной. Я нашла его контакт. Надо валить. Быстро. Странное дело. О том, что Гаев с Вершиным занимались наркотой, по факту нет никакой доказательной базы. Есть только предположения и показания свидетелей. Так ведь Гаева не за наркотики судили, за убийство. Да, но мотив. За что-то он же грохнул Вершина. А если это не наркотики? И, кстати, заметь, что Беляковский единственный, кто в своих показаниях утверждает, что Гаев и Вершин занимались наркотой. Что-то меня смущает. Звоню этому Польцеву, а он трубки не берет. Ну, значит, придется заявиться к нашему реставратору без звонка. Не звоните. Его нет. В больницу ж увезли. А давно? Да вот на днях. Спасибо. Чай не дают попить, а? Что вы хотели? Польцев. Польцев. Польцев ваш лежит в палате интенсивной терапии. Доктор запретил посещение. Да вы что, и что, неужели ничего нельзя сделать? А что ты тут делаешь, если доктор запретил? А? Не, ну странные какие-то. Подождите, подождите, подождите. Так, ну-ка идите сюда на свет. Так, вы знаете, между прочим, я работаю ведь на телевидении. Садовников моя фамилия, может, слышали? Нет, да? Ну, это не важно. Знаете, мы сейчас как раз запускаем новое ток-шоу о медицинских работниках у нас на телевидении. И нам нужны главные герои. Знаете, мне кажется, вот вы идеально подходите нам. Вы хотите стать звездой? Да. Thank you.
что вы сделали. Я просто зашла.